Друзья, всем привет! Сегодня у нас будут покупки из магазина «Лента», закупка продуктов, но сначала хочу вам показать вот такую вот игрушку. Это с нами ездила бабушка, и она купила этого полярного медвежонка, как Алиска говорит, спящего. В общем, ну он тоже из «Ленты», поэтому показываю. Ну что, поехали. Значит, у нас была закупка на 14 с чем-то, я не помню. Платил муж, конечно же, я особо не запоминаю, что там. Так, туалетные бумаги, бумага папья. Далее, Верона, вот такая вот колбаска, это дочкина любимая нарезка. Муж взял вот такую вот форель. Далее вот такой вот хек. Дочка кушает и муж кушает. Я просто в духовочке запекаю немножко маслица сверху, чтобы корочка такая была поджаристая. И, в общем-то, они любят кушать. Далее две упаковки бекона. Давненько мы не брали бекон, но любим. Поэтому взяли на этот раз две. Далее две колбаски вязанка. У меня очень любит дочка такую вареную колбаску. Именно вязанка, называют ее пухленькая колбаска. Взяли молокушка и сливушка. В общем, за неделю она уйдет еще как. Поэтому взяли две. Она еще что-то по скидке было. Так, девочки, кто спрашивает у меня, почему я не говорю цену? Очень большая закупка идет. Я, конечно же, ни в жизни не запомню цены, никогда. Я думаю, ну это понятно. Выискивать ищека, ставить на паузу, выискивать ищека. Это, девочки, я буду снимать часа три. И так, на самом деле, съемка видео достаточно долгая, потому что я выкладываю, потом это все загружаю в холодильник. Выкладываю, загружаю, потом я это все монтирую. В общем, это и так не быстрая песня, если вы думаете это все снять, смонтировать и так далее. Ну а подписывать, сидеть, это просто получится полноценная работа, поэтому кто у меня это просит, этого никогда не будет. Я не буду подписывать цены, каждый товар, потому что здесь очень много всего. И для меня это будет полноценный какой-то рабочий день, а не просто хобби, видео и так далее. Поэтому я думаю, должны это все понимать, потому что меня периодически просят, называйте цены. Я их назвать вам не могу, потому что выписывать из чека, выискивать из чека, на это уйдет несколько часов. А запоминать я никогда не вспоминаю цены. Так, далее. Говядина для запекания в маринаде. Чебурешки это муж взял. Далее фарш. Самсон говяжий и домашний. Тут вот большая упаковка. На самом деле хороший фарш. Мы брали, понравилось, поэтому решили сразу взять побольше. Далее это у нас куриные крылышки. Не знаю, скорее всего это для горохового супа с копченостями будет. Далее мясные деликатесы. Это у нас что? Ребрышки. Тоже, возможно, часть гороховый суп, часть как снеки уйдет. Посмотрим. Далее крабовые палочки. Следующее у нас это сердечки от Петелинки. Опять же, хребетики, это мясо, так, я очень плохо вижу, у меня один глаз почти не видит, поэтому я могу что-то неправильно назвать или неправильно прочитать, через камеру мне это делать тяжело, потому что тоже меня это спрашивали, поэтому я, наверное, если что, буду отсылку к этому видео давать, когда задают вопросы про цены и про то, почему я не могу издалека прочитать. Потому что меня один глаз практически не видит. И для меня это тяжело, особенно через камеру. Филе бедра без кости. И вот такой вот набор. Здесь и крылышки, и филе бедра, и, в общем, голень. Такое ассорти. Далее покажу вам пару продуктов, которые не с ленты. Хруст бокс, тайский перчик. Это в магазинчике таком.
забыла, как он называется, муж взял. И вот такого вот салта барбекю. Такие вот чипсы. Так, сейчас буду следующий пакет выгружать. Так, следующий пакет. Значит, хлебушек наш любимый, который мы любим кушать. Он бездрожжевой идет с семечками тыквенными. Очень вкусный, свеженький. Его взяли. Далее сметана. Сметана у нас хорошо заходит. Я суп со сметаной ем. Ну, так могу где-то использовать, например, помидорку нарезать, сверху немножко сметанки полить на нее. Ну, в общем, она у нас идет. Кушаем. Сметанка, значит, яйца, бананы. Доченька захотела бананы. Кстати, с фруктами как-то там прям что-то как-то печально все было, что-то мало всего. В общем, это какие-то два жареных пирожка. С яйцом и зеленью, но я не уверена, что это они. Возможно, это с капустой пирожки. Поэтому, не знаю, так вот два взяли. Муж сказал, хочет попробовать. Сырок суфле. Это муж кушает. Дальше. Вот я взяла два таких крем-чиз творожных сыра. Выбрала Банфеста, потому что иногда все-таки хлеб в нашем доме заводится. И я не люблю там какую-то нарезку колбасную и так далее. Думаю, ну возьму вот такой вот крем-чиз и буду, если что, намазывать на хлебушек и кушать. Если свежий хлебушек, да, например, вот так вот, то вкусно, почему бы нет. Вот эту фирму никогда не брала, это креветки, зелень и просто зелень. Попробую. Далее тофифи. У меня доченька любит такие вот конфеты. Такая большая упаковка. Что-то я прям так сегодня устала, не знаю. Рогачев, сгущенка, муж ее ест, это чисто для мужа сгущенка. Далее вот такое вот сливочное масло Вкуснотеево. Я удивилась, что муж его взял, видимо, Брест-Литовск, скорее всего, не было. Далее морковь нашинкованная, капуста нашинкованная. Так, следующее, что взяла, не брала. 100 лет вот такие вот вещи, типа вот манго в сиропе взяла от Ленты. Они просто так сбоку стояли. Я не то чтобы такие вещи специально искала, проходила мимо, смотрю, стоят сбоку. Увидела манго в сиропе, взяла. Увидела, смотрю, еще клубника в сиропе. Думаю, возьму клубнику. Будет ли вкусно? Кто ел? Расскажите мне, потому что что-то сладкое я вообще последнее время ем. Я вообще не любитель сладкого. А сейчас вообще практически не ем. И, ну, иногда хочется чего-то, да, вкусненького. И думаю, фрукты как-то тоже что-то ничего особо не было такого. Думаю, возьму такое, хотя поем, вдруг мне захочется. 4 Red Bull'а. Классика жанра, вот один открыла, пью. И пармалат, молоко, которое я тоже постоянно беру. Так, следующий пакет. И, кстати, хочу вам сказать большое спасибо тем, кто поддерживает меня, тем, кто говорит, что снимай, нам это тоже интересно, комментирует. Меня на самом деле это вдохновляет на съемку видео, чтобы что-то снимать, потому что есть те видео, которые я снимаю более охотно, которые мне интереснее снимать, есть те, которые более трудные для меня, их дольше снимать, там, монтировать и так далее. Но когда я вижу, что вам это нравится, вам интересно, вы просите, ждете, для меня это толчок. Спасибо вам. Давайте продолжим. Просто действительно, я сегодня что-то прям совсем устала, на улице холодно. В общем, как-то хочется отдохнуть и не двигаться. Лечь и не двигаться, как-то так. Смотрите, что дальше. Значит, перец. Ну, такой, кстати, классный, крепкий. В
прошлый раз мы покупали, очень понравилось, очень вкусный, крепкий. Просто нарезку делаю я к чему-нибудь. Соломон, хватит. Соломончик. Далее помидоры. Ой, вы знаете, я люблю маленькие черри, но именно вот таких вот медовых, которые я люблю, нет. Есть просто черри. Как-то мы купили там черри, они были настолько невкусные, что я не захотела их больше покупать. Решила, возьму просто вот большие такие помидорки. Иногда хочется, иногда нужно. Я люблю помидоры, поэтому хотя бы такие. Ну, черри прям там вообще что-то не очень были. Далее 4 молочных коктейля. Это мне один с малиной. Редкий. Его очень быстро разбирают. И 3 клубника и земляника. Далее 3 яблочка выбрали. Доченька будет кушать. Царские припасы, квас, вода газированная, помело. Дочка хотела апельсин, но там такие апельсины замученные были, просто кошмар. Мандарины ей не подходят. Я говорю, давай попробуем помело, потому что помело вкусный, вот этот, особенно зеленая шкурка, мне очень нравится. Он более, ну, классный, я сама люблю помело. И думаю, надеюсь, что тоже будет кушать, ей понравится. Следующее это салфетки. Кстати, одну упаковку муж уже уволок в комнату. 365 дней, лента. Далее. Доченька взяла мини-печеньки такие, ей понравились тоже. Редис. Что-то в этот раз какой-то редис не такой классный, как в прошлое, но решила все-таки взять. Сливочный сыр и 3 такие вот луковички синие. В последнее время ем только вот такой вот синий лук. Он более крепкий, не так портится, как белый. Точно белый купишь, приносишь домой, через день он уже гнилой. Что не так, не знаю. А такой прям крепкий, хороший, ни разу еще плохой вот такой синий лук не попадался. И еще один сыр, срок такой, это для мужа. Так, и последний пакет. Что же в нем было? Значит, вот такие вот начосы с кусочками оливок и паприкой. Они очень вкусные, они не такие химозные, как обычные чипсы типа Лейс. Вот это, когда, ну просто если, ну я не знаю, как кому, а мне, когда вот пачку Лейс кто-то рядом открывает, потому что у меня дочка и муж могут их есть. Мне аж слезы текут из глаз, настолько отвратительный вот этот химозный запах. Здесь такого нет. То есть здесь, во-первых, это не из картошки. Во-вторых, здесь более приятный такой натуральный аромат. В общем, вкусненько, вкусненько. 2 штучки, потому что иногда хочется что-то там соленое. Хочется что-то похрумкать, и получается, что дома, допустим, этого нет. Пусть лучше будет что-то. Ничего страшного, с закрытыми пачками не случится. Далее, вот такие вот брускеты взяли. Это овощные. Здесь еще пепперони. Эта дочка тоже любит иногда такое похрумать. Так, следующее твикс. Их тут 3 штучки, доченьки. Так, дочку зовут Алиса. Тоже кто-то спрашивал, как зовут дочку. Дочку зовут Алиса. Ленты творог обезжиренный. Взяла маленькую упаковочку, потому что смотрю в основном такие большие упаковки, которые, ну, для меня слишком большие, потому что так мы ничего такое творожное не едим. То есть я творог использую, там редиску с творогом как-то я делала. Ну, не знаю, короче, у меня вот творог в таком подвешенном состоянии, я его иногда беру, и вот что с ним сделать, у меня приходит вот озарение потом по ходу дела. Решила взять вот маленькую пачечку, от ленты не пробовала, но она прям маленькая, 200 грамм, потому что там и по 600, и по 500, ну куда мне столько. Далее пикник. Не знаю, это, наверное, муж взял. Опять же, суфлешка такая для мужа. Сникерс доченька любит. У нас вообще, кстати, дома все сладости, все вот эти всякие хрумки, солености, все позаканчивалось. Ну, только остались азиатские сладости, вот то, что я заказывала.
и все, так вот ребенку, мужу покушать ничего нет. Поэтому в этот раз как-то побольше набрали, чтобы был выбор. Естественно, это не значит, что это сразу кто-то съест за неделю, но хорошо, когда есть выбор, и не нужно, когда что-то хочется, бежать в магазин, и зачастую того, чего хочется в магазине, как всегда, нет. Следующее – это блаженство в легкости, суфле сливочное, ну, в общем, типа птичье молоко. Далее вот такая вот булочка. Я уверена, что дочка перепутала с плюшкой. Вот знаете, плюшка, которая посыпана сахаром. Она еще говорит: мама, возьми две. Я говорю: доченька, это не плюшка с сахаром, это другая булочка. Я даже не уверена, что она будет есть. Она такая твердая. Ну, может, папа съест. Следующее. Соки зуек с грушей, с абрикосом и томатный я решила попробовать, еще не пробовала. Повторюсь, эти соки, они не похожи на обычные соки. Обычные соки я не пью. Похожи на детское питание, вот по типу соков Хип. Еще одна упаковка Бонвиде, влажные салфетки там, 365 дней, антибактериальный, аура. Так, далее, что еще? Вот такой вот хлеб длинный с посыпкой и хурма. Хурму ест у нас только папа. В общем, это все были покупки продуктовые. Благодарю вас за внимание. С вами была Леся. Как всегда, всем пока-пока.